честь экипажа нашего земляка Алексея Воевода и Александра Зубкова, которые принесли сборной победу в этой дисциплине, городские волонтеры вынесли на сцену огромный 4×9 метров флаг. Но все равно мы пришли поддержать нашего земляка, нашего сочинца, который сделал действительно королевский подарок всем жителям, стал олимпийским чемпионом в паре вместе с Александром Зубковым. На экранах в прямом эфире показали церемонию награждения наших спортсменов, которая проходила в Олимпийском парке. Поддержать бобслеистов пришли сотни горожан и гостей курорта. Не помешал даже проливной дождь. На площадке всем раздавали бесплатные плащи. Несмотря на погоду, мы пришли поддержать наших спортсменов, которые принесли нам золото. Это воевода, сочинский спортсмен. Сегодня очень много народу было. И сейчас мы поддерживаем во время дождя бурными аплодисментами и болели за них очень-очень сильно. Воодушевленные победой болельщики дружно исполнили гимн Российской Федерации, который прозвучал в финале церемонии награждения. А закончился 12-й Олимпийский день в Сочи выступлением группы «Нана». Галина Моисеева, телекомпания «ХКТ». Спасибо огромное.